уважаемые дети, уважаемые взрослые, я участники, я рада вас приветствовать на 17-м городском фестивале детского творчества «Твой край, столь милый для меня». В этом году тема фестиваля была необычная. Называется тема фестиваля «Школьные годы. Чудесные». Что было действительно необычного в этом? Мы предложили, что каждый ребенок, который участвует в этом конкурсе, может творчески подумать и поразмышлять. Можно представить какие-то интересные события, которые происходят именно в вашей школе. Можно еще подумать, из чего можно сделать, да, какие-то работы. Дальше. Мы хотели, чтобы дети вышли за рамки школьной программы, потому что вы учитесь, но вы не только в школе обучаетесь, вы же еще, скажем так, в школьные годы и дома, какое-то хобби у вас есть, может быть, вы участвуете в соревнованиях, но, может быть, ходите в секцию или на какие-то дополнительные занятия. Поэтому все-все-все мы учитывали именно в работах этого фестиваля. Дальше я продолжу, но сейчас я хочу вам представить необычный ансамбль. Его руководитель Дмитрий Генрихович Семиколенных. Ансамбль называется «Русская душа». И в количестве сегодня 8 человек вам будет представлена именно душевная, настоящая музыка. Так, живая. Буквально скажу два слова. Мы будем играть пьесы различных композиторов российских с коллективом, но открываем со знаменитой песней пьесы Олега Копенкова «Очередь за классом. Жаркий день». Это дебют молодого гитариста. Его зовут Олег Копенков. Это во-первых, выступление. Поэтому прошу отнестись к нему доброжелательно, снисходительно. В общем, еще раз повторяю, «Очередь за классом. Жаркий день». Вот и пришла весна.
Школу в 11 классе. Вот этот период, это самый интересный, наверное, период в жизни человека и самый запоминающийся. Вот хотелось бы просто у вас спросить, вот для вас школьные годы это что, девочки? Вот школа это что для вас, Соня? Школа это место, где мы учимся, мы пытаемся дружить и дружимся. То есть дружите, здесь вы находите себе друзей, да? И порой вот именно школьная дружба, она через года проносится, да, не зря. У нас традиционно есть встреча выпускников, когда с огромным удовольствием люди уже спустя и 20, и 30, и 40 лет встречаются, и им есть что вспомнить. То есть школьная жизнь, она настолько насыщенная, правда? Уроки уроками, конечно, это большой труд, да, требует от нас огромных усилий. Но есть много различных мероприятий и в школе, да, и за пределами школы. Это и дополнительное образование, где вы ходите и занимаетесь любимым каким-то творчеством, да, любимым занятием. Это спорт, это ваши различные увлечения, да, и ваш отдых и с семьей дома. И семья тоже вносит большой вклад вот именно в этот период, да, помогая вам и учиться, и развиваться. Поэтому работы ваши были вот разные, они охватили разные периоды вашей жизни школьной. Есть работы, которые просто говорят о том, чем вы любите заниматься, каким-то любимым занятием. Есть работы, которые говорят о школьной моде, это очень важно, девочкам особенно, правда, любите наряжаться. Есть работы, которые говорят о том, как вам интересно и на занятиях, и в спорте, да. Ну вот такие разнообразные работы были оценены членами жюри, я думаю, по достоинству. Работ просто в этом году действительно у нас не так много, очень много конкурсов различных проходит, у нас они были более раньше, больше работ было. В этом году у нас очень мало школ приняли участие, по какой причине мы не знаем, вот. Но тем не менее у нас есть школы. Две школы, да, приняли участие всего? Да. Вы молодцы, конечно. Итак, я начинаю награждать с участников. Держите. Да, пожалуйста, я вам покажу сюда, чтобы можно было говорить. Итак, грамотой награждается Ракова Алина, школа номер 101, участник 17-го городского фестиваля детского творчества «Мой край столь милый для меня». Есть?
там еще будут кто-то. Так, давайте дальше. Награждается Шуравина Виктория, Творец творчества детей и молодежи. Есть такая? Игорь Шуравина. Есть? Сергей Петрович. Кононова Мария, Железногорская школа номер один. Выходите. Вы и сюда разворачивайтесь ко мне. И камеру, моя хорошая, смотрите. Держите грамм. Всем деткам небольшие сувениры. Каткова Ульяна, Железногорская школа номер один. За участие. Калугина Мария, тоже школа номер один. Ага. Это ваша? А? У вас только Каткова Ульяна? Так, Мария. Так, Калугина Мария, школа номер один. Есть? Я могу забрать, она у меня занимается. Лукашеева Мария, школа номер один. Прибыльская Дарья готовится. Нет ее, да? Тогда за ней. Сейчас посмотрим, готов ли наш военист. Готовы? Перед тем, как мы будем награждать лауреатов, мы рекомендуем вам послушать живую музыку. Итак, военист у нас. Награждается
Карасева Дарья, Железногорская школа номер 1. Лауреат 3-й степени. Выходите, кого нет, вы забираете призы. Ну, давайте поаплодируем, потому что... У нас сегодня Мона Лиса награждается, лауреат 3-й степени. Сукачева Кира, лауреат 3-й степени. Шкурина Василиса, дворец творчества детей и молодежи, лауреат 3-й степени. Веселов Данил, лауреат 2-й степени. Разверни диплом. Софья, лауреат 2-й степени. Четверо. Да. Юмашев Валерий. Забирай за него. Давай. Залевский Роман. Слушай, один за всех. Ну, ты такой большой, конечно. Полдырев Максим. Понятно, что это ваша. Что ж вы так не организовали нас?
Шатова Елизавета, лауреат второй степени. Киреева Николь, лауреат первой степени. Давайте выйдете все с грамотами, у кого дипломы, 2-3 ряда.